Добрый день, уважаемые дамы и господа! Вас приветствует Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия» и наш штатный сотрудник, лабрадор-ретривер Ульзана. Уля! Вашему вниманию предлагается крайне недорогой, прекраснейший земельный участок с собственным лесом в деревне Рюминская, что рядом с поселком городского типа Балакирева, Александровский район, Владимирская область, 120 километров от МКАД по Ярославскому или Щелковскому шоссе. Вот этот вот лес у нас большой, это и есть наш с вами земельный участок. На данный момент проводится межевание данного земельного участка, уточнение границ, уважаемые дамы и господа, это важно. Электричество по границе участка, подключение в рамках госпрограммы. Госпрограмма только называется госпрограмма. Сейчас это несколько дороговато. До 5000 рублей за 1 киловатт. После Нового года есть информация, то, что в 2024 году это будет стоить 150 тысяч. Поэтому покупать участки уже с подведенным электричеством крайне выгодно. Ваше внимание, вот он наш земельный участок. Зарос он уже вот такими серьезными лесными дикорастущими деревьями. Но в этом есть свои плюсы. То есть я сам по себе природу очень люблю. Вот такие места мне нравятся. То есть в лесу можно часть выкорчевать, часть оставить, сделать какой-то вот такой интересный объект загородной недвижимости. Вот он, ваше внимание. Кадастровый номер будет указан в тексте объявления. Значит, межевание делают хозяева данного участка, поэтому скорость этого процесса я не могу сейчас сказать. Вот. Но то, что они делают и то, что оно будет сделано, это очевидно. Вашему вниманию, вот домик у нас в начале, тут участочек, еще участочек. И вот наш с вами земельный участочек с электричеством по границе. Оказываем услуги в сфере, значит, электрификации, газификации объектов недвижимости. Газа тут пока нет, но скоро будет. То есть программа до газификации, значит, в России у нас работает. То есть у нас в Александровском районе, Владимирской области, уже такие деревни газифицированы, где, я думаю, газа никогда не будет. И места имею в виду. Ну вот, частично он как бы зарос, почти весь. Есть небольшие пробелы, ну вот тут вот немножко, вот где он у нас без деревьев. Можно походить по участку, посмотреть. Очень, так сказать, интересный объект недвижимости, участок в собственности. Вот, и бояться и пугаться вот этого всего, так сказать, леса, объема не стоит. Было бы желание, все делается. Ваше внимание, земельный участок, 20 соток, в селе деревни Рюминской. Тут церковь у нас есть, значит, сейчас мы ее вам покажем. Подъезд отличный, круглогодичный, просто отличнейший. Вот, зимой чистит дороги, ну вот единственное, что вот тут метров 200 до участка. Вот церковь там впереди, присмотритесь. Значит, вот такая вот грунтовая дорога. Рядом поселок городского типа Балакирева. Шикарнейшие места здесь у нас. Церковь, вот она, в самой деревне. Ну и давайте немножко посмотрим саму деревню. Вот он наш с вами земельный участок. Повторюсь, оказываем услуги в сфере газификации, электрификации объектов недвижимости. Газ тут рано или поздно будет. То есть активно идет до газификации, в принципе газификация в Владимирской области, в частности в Александровском районе. Все с этим в порядке. Электричество можно 15 киловатт подключить. Ну, 380 не знаю. Не знаю, уважаемые дамы и господа, не скажу сейчас. По-моему, нету тут 380 вольт. Вот. Значит, что еще? Грибные места. Зверье, извините за выражение, водится тут в лесах для охотников. Ну, очень-очень интересно. 120 километров от МКАД по Ярославскому или Щелковскому шоссе, Александровский район, Владимирская область, деревня Рюминская. Участок с лесом,
за крайне недорогую стоимость. Ну и, собственно, небольшой видеообзорчик села деревня Рюминская, Александровский район, Владимирская область, 120 километров от МКАД по Ярославскому или Щелковскому шоссе. Вот подъезд, асфальт, там широченная дорога, я ее вам покажу сейчас, до Рюминского, прекраснейшая, от поселка городского типа Балакиревой. Вот видно наш земельный участок с лесом. Ну, давайте немного, значит, по деревне. Она такая обширная, не то чтобы одна улица и по бокам дома, а широкая, на большой площади располагается. Деревня имеет несколько улиц. И давайте посмотрим церковь. Ваше внимание, ну, еще раз повторюсь, обширная, просторная деревня. Очень-очень интересный вариант. И вот наша церковь, сейчас мы подойдем. Ну и, собственно, ваше внимание, церковь отреставрирована, если вы видите, она на возвышенности, где находится. Про деревню можно почитать в Википедии, еще где-то мы напишем данное видео. Стоимость и подробнейшее описание будет указано в тексте под данным видео. Оказываем услуги сферы газификации, газификации объектов недвижимости, строительные, земляные работы. 20 соток в деревне Рюминская, Александровский район, Владимирская область. Вадим, агентство недвижимости, Золотое кольцо благополучия. Уважаемые дамы и господа, а вот, собственно, и широченная прекрасная дорога, соединяющая город Балакирево, поселок городского типа Балакирево и село, деревню Рюминская, где продается наш земельный участок 20 соток.